И у нас будет сегодня очень серьезная передача. Что происходит? Давайте не будьте там такими уж слишком серьезными. Кстати, я это тоже замечал, когда приходишь на работу, видишь коллектив, начинаешь улыбаться. Да, на самом деле там тухлые шутки были. Ну, это для тех, кто не любит кофе. Это признак ненормальности. Вайлю лиллязи юхаддис, фаякзибу ли юдхика бигил коум. Вайлю лягу. То есть, как бы, еда без соли, она такая пресная, знаешь. Да, то есть, да. Можно есть, но не так приятно. Так что должен быть тавазун. Оставайтесь с нами.